Самый прикол, знаете, в чем? Что только 29-го после окончания Нового года мы сможем выйти в стоматологию, и мне все это... Сука! А я даже... Смотрите, я даже шепел... Ошумели летние дожди! Сука, начинаю карьеру певца, я рот ебал. Слышите, и главный вопрос. Вы меня будете любить вот так вот? Ну, без двух зубов? Или нахуй между нами все кончено?